Хейо, гайс, мишумики, мы продолжаем проходить игру под названием Beyond Oasis. Мы, короче, изучили книги, в котором рассказали комбинацию для использования атак. Сейчас, как он там, оп. Так, вверх, вниз, вверх, вправо. Вот это мне интересно проверить на боссе каком-либо, поэтому полетели. А, меня потоком типа уносит. Что это? ХП много дают. О, видите, здесь уже сундуки спрятаны. Так, это мне наверх, да, нужно подняться? Так, ключик. Еда, это все пропадает, оказывается. Так, мне дали кинжал. Блин, я надеюсь, серьезно, что это... Нужно было прыжок использовать. В смысле? Типа, он так не может допрыгнуть? Что, что значит 20? А, нет, смотрите, здесь он может допрыгнуть. Здесь не может. Странно. Ну, не верю. Меч 20. Что значит 20? Это увеличен урон или что? Или количество атак, которые я могу сделать? А, да, это количество использований. Не, ну слушайте, слизни не такие уж и хилые. Почему он на меня прыгнул? Все, готово. Окей, что мы видим? Огромного мертвого скорпиона. По крайней мере, он был мертвым. Подожди, это количество ударов было или что? Да, это количество ударов.
Подожди, а я могу? А, я не могу. Оказывается. И что? И что? Вот и все. И краба не стало. И да, я походу не могу использовать способности иными орудиями, если это не кинжал. О, золотой нарукавник. Покажи мне свое сияние. Короче, кнопочка Z, это у нас использовать. Ядита, дух воды. У воды есть сила, способная очищать и смывать зло. Клянусь, преданной служить золотому нарукавнику. Я приду к тебе на помощь, как только укажу его... Так, увижу его сияние на поверхности воды. Он нашел Дита, повелителя воды, который был усыплен в водном храме. Все? Ребята, инструкция. Магический пузырь. Нажмите кнопку А, чтобы остановить врага на время. Исцеление. Нажмите кнопку А дважды. Магический шторм. Нажмите кнопку А на секунду, чтобы атаковать врага водяным торнадо. Нажмите А, Б, С вместе, чтобы закончить вызов. Не понял. Подожди, у меня мана сама по себе уходит? Блин, сейчас ладно. Да, короче, у меня почему-то мана заканчивается. А-а-а! Да ладно, у меня мана бесконечная. Подожди, а как мне вызвать его? Чё-то я не понял, как мне... Охренеть. А, так она не дамажит их. Ясно. Значит, вот это. Вот так. Так, ну, в принципе, я сделал максимально то, что нужно было. То есть, отхил сделай так, чтобы я отхилился. Ладно, что мы... Подождите, я хочу как раз на крысе. Проверить вот эту... А, на ваншотить, если очень близко. Что мне надо? Смотрите. Я не понял все равно, что от меня требуется в плане... А, куда мне идти? Обратно в замок. А как мне открыть этот? Подождите, я могу типа здесь на постоянку фармить себе?
Но в быстром разбегом я тоже могу, типа, получить. Я хочу понять, смогу ли я достать тот предмет, который там находится. Ха, я могу мечи этих нафармить. Неплохо. Блин, вот действительно, как мне... Видите, он не хочет туда прыгать. А мне нужно туда, чтобы получить вот этот вон сундучок. А ну-ка, давайте я быстренько пробегу снова и пойдем туда. Во, народ, короче, способность. Смотрите, мы призываем. И он фу-фу-фу-фу-фу. Так, убираем фейку. И смотрим. Я думал, у нас глаз энергии наполнится. А чтобы заполнять энергию, надо стрелять в такой вот водоем, оказывается, в воду. А если что, у нас восстанавливаются эти. Босса нету, ребят. Знаете, что это значит? Если босса нету, значит я могу заново пройти этот берег. Ну, блин, мне что, обратно теперь бежать придется? Так, ребят, не знаю, не уверен. Ну, сыр я уже вложить не могу. Значит, придется очищать инвентарь. Меч, да, я один получил, потому что я повторно прошел. Что значит 3 из 4? 3 из 4, это что значит? Одна к одному, то есть я восхилю все. А, это 1/4 я отхилю. Не понял, подожди. Тихо, сырник. Сырничек, не исчезай. Сейчас разберусь. Ага. Окей. Ну как-то так, короче, теперь мы возвращаемся к королевству. К храму мы еще вернемся, когда я научусь нажимать на кнопки. Но духа я уже освобождать могу. Вот интересно, с них, скорее всего, только еда падает. Я думаю, может, с них оружие выпадает? Ну, в принципе, у меня сыр есть, все такое. Не вижу смысла тогда тратить время. Так, сюда. Сундуки я тоже не вижу на карте. Поэтому уви, уви. Так, а если я схожу в подвал? Или это темница? Это магия. Яблоки, это у нас ХП. Как мне выкинуть? Что это за хрень? Подожди. Так, кто?
как мне выкинуть тогда предмет? Ага. Тут тупо еда, да? Ха. Не только еда. Пять использований. Лук. Давай сыр я пока что положу. А, да. Лучше сыр тогда. Что за херня? А, это типа на возвышенности. И у меня потратился, да, лук? Да. Значит, с той стороны где-то я могу сюда залезть. А здесь это где? Потому что водопад я как бы не смогу выключить. Наверное. А, точно, может я водопад. Если я смогу выключить водопад, я смогу туда попасть. Так, это выход на улицу. Так ты нашел духа воды. Значит, все это действительно правда. Я же посылал своих солдатов разведать, кто же были те чужаки. Я ожидал их ответа несколько позднее. Али, ты должен пойти к восточному водопаду, прежде чем вернуться солдаты. Там должны быть другой храм, в котором спит духа. Найди его и покори своим судьбе. Окей. Я верю, что солдаты отстоят замок. Али, пожалуйста, будь осторожен. Мне вопрос, как мне тут сундучок достать. Странно. Странно. А подожди. Откуда? С водопада у нас идет же? Или нет? Я имею в виду, откуда у нас вода течет? А если с улицы посмотреть? Нет, тут ниоткуда. Фигово, что сказать. Ладно, побежали отсюда. Блин, на самом деле, просто в подвале там сундук. Чтобы забрать этот сундук, мне нужно обойти с другой стороны и его забрать. Но... мне нужно, как я понял, воду отключить, потом спрыгнуть с этой стороны вниз. Хотя я попаду по факту сюда. А что вот это за проход? Тогда. А, да ладно. Минуточку. Минуточку, минуточку. Хотите сказать, что я сейчас могу быть
фулл заряжены этими мечами. Я вас правильно понял? То есть я с локации выхожу. Я в локацию вхожу. В натуре. Прикиньте. Ну, я возьму арбалет еще один. Потому что нафиг оно надо. Рисковать куда-то идти. Смотрите, рыба пополняет 1 к 2. То есть пол хп. Рыба пое. Сыр пополнит 1-4. Значит, меньше половины. Поэтому здесь можно легко фармить это все. И также, если я пойму, как достать тот меч, я смогу еще тот меч доставать специально способом. Тап это рестарт? Пронесло. Что у меня сейвы есть, видите, вот. А так бы был рестарт. Так, куда мне надо? Это получается мне нужно вверх. Так, слушайте, как эта игра тогда короткая выходит? А как тогда игроки проходили эту игру по хер знает сколько времени? А, да ладно. Если не с разбега. Нет, это не то. То с помощью покатушек можно попадать. Будем бежать, что у меня? О, сундук. Сейчас за сундуком пойдем. Сейчас мы за сундучком сходим. Так, я как-то в воду могу попасть. Если этому верить. Сундучком. Так, ладно, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Потом в следующем духу пойдем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.